Женский взгляд на проблемы Бурятии. В Улан-Удэ состоялась четвертая по счету встреча активисток со всех районов республики. Обсудили целый ряд вопросов. Среди них воспитание толерантности и патриотизма, а также негативное влияние интернет-сетей. Возникла проблема, связанная с доступом несовершеннолетних к информации сомнительного содержания и противоречащей общепринятой этике. Отсутствие контроля со стороны родителей за использованием детьми сети интернет – одна из причин доступности негативной информации несовершеннолетним. Работа ведется и в районах республики. Особое внимание там уделяют дошкольному воспитанию. Вожжение свечей памяти, открытие памятников, я говорю, любые день неизвестного солдата, который наша страна праздновала, вот в этом уже отпраздновала 3 года, новый праздник совершенно. Вот эти мероприятия крупные, на которых мы должны именно воспитывать будущих патриотов нашей Родины. Женщины Бурятии составили резолюцию, где прописали рекомендации для правительства республики, глав районов и городской администрации. Во многом благодаря вашему заинтересованному участию и предложениям реализуются перспективные проекты в области образования и культуры. Я уверен, что сегодня каждый участник форума нацелен на результат и практическую отдачу от работы круглого стола. На результат нацелена сотня участниц форума. После обсуждения проблем в столице республики женщинам предстоит провести районные мероприятия, где они обсудят результаты улан-удэнской встречи. Саднум Ирдынеев, Юлия Пермякова, Жаргал Цириндашиев. Новости дня.